Сегодня я проснулась аж в 6 часов утра, потому что у нас очень много дел. Почистила зубы, умылась. Кстати, кися Алисе после переломов намного лучше. Она еще странно ходит, но уже живет обычной жизнью. Вечером к нам приедут гости, и надо подготовиться к этому и прибраться. Знаете, у меня в жизни как в том ТикТоке. У меня тоже есть галочка по поводу приезда гостей. Так что хорошо, что у меня есть помощники, которые экономят мои силы и время, пока я занимаюсь остальными делами. Привет, я Эни Мэджик, со мной тут мои питомцы, и я знаю, ребята, что вам очень понравилась рубрика «Наш день», потому что вы на том ролике собрали аж 110 тысяч лайков. И я решила снять вторую часть. Поэтому предлагаю вам сделать так. Давайте соберем на этом видео 100 тысяч лайков, я знаю, что вы можете, и тогда мы снимем ролик, где будем выполнять ваши задания. Даже самые безумные и сумасшедшие, которые вы напишите сегодня в комментариях. Так что ставьте лайк, пишите свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал, потому что до нового питомца нам осталось совсем чуть-чуть. Погнали! На завтрак я буду готовить омлет по рецепту и посмотрим, получится у меня такое или нет. Вот так вот как бы красиво должно у меня получиться. Кстати, по поводу помидорок, которые я сейчас режу, и собак. Лайфхак вам для жизни. Чтобы зубной камень, зубной налет счищать было проще у собак, когда вы чистите им зубы, можно протереть кусочком помидора зубы собаки, потому что томатный сок, который содержится в них, он обладает свойством этот налет как бы размягчать. А еще иногда собакам можно давать сырое яичко. Яичко. Посмотрите на них. Господи, рукожоп! Добавим зелень, семечек, посолим и поперчим. Разогреваем масло. Так, сейчас заливаем. И оставляем готовиться под крышечкой. А у песиков как положено корм? Вообще у меня для вас просто супер новости, что случится 11 и 12 ноября. Кстати, вот у нас уже там уборка перед гостями началась. Вы наверняка видели, что у меня есть робот-пылесос, вот этот вот iLife V55 Pro. Он уже поехал убираться перед гостями, потому что у него, у меня настроена уборка по расписанию, то есть настроено время. Сейчас я его выключу. У него вот тут вот такой ЖК-дисплей с сенсорной кнопочкой. Вы сейчас такие: Ань, зачем ты нам все это рассказываешь? Я попозже вам обязательно объясню. Короче, смотрите, он может и пылесосить, то есть у него здесь вот такой вот контейнер, сборник мусора с двумя фильтрами, а еще может мыть пол. Вот, у него есть такой контейнер, я сейчас сюда водички налью. Он, кстати, 180 мл. Этого хватает на наш дом примерно 150 квадратов. Крепим тряпочку, сюда запускаем, и все, он уже сейчас будет мыть. Кстати, вот питомцы вообще нормально на него реагируют. Во-первых, потому что он небольшой, то есть он не напрягает их своими размерами, потому что у него толщина там всего 9,2 сантиметра. Во-вторых, он очень тихий, то есть он не пугает их шумом. И, соответственно, мне не мешает, да, чем-то заниматься, потому что не шумит слишком сильно. Ну и самое главное, наверное, это то, что у него есть датчики. Да что такое датчики от столкновений и падений? Как это вообще связано с животными, да? Кроме того, что он не портит мебель, проезжает легко через пороги и не падает со ступенек, с лестниц. Я сейчас вам расскажу смешную историю. У нас раньше был пылесос, у которого не было этих датчиков, или они не работали, и он постоянно пугал собак. То есть он, собака стоит себе такая, ничего не делает или кушает, он подъезжает и сзади вот так вот ей раз, и в попу врезается и пугает ее. Юби, прости, если я тебя напугала. С тех пор собаки стали бояться роботов, пылесосов и мне, и вот с этим они наконец-то привыкли, все нормально, потому что он в них не врезается и их не пугает. Кстати, у меня сейчас завтрак сгорит. О, вы это видели? Да я просто гений! У меня тут покупочки к Хэллоуину были. Полис, прости, пожалуйста. Я хотела показать ребятам спрей серпантин. Конечно же, на канал Magic Pets тут у нас костюмчики разные. Расскажите, ребята, отмечаете вы Хэллоуин вообще или нет? Интересно было, как отметили. Ну, смотрите, вот такой вот у меня получился омлетик. Да я не рукожоп, ожидание реальность. Оцените, похоже ли у меня получилось.
Даже неплохо. Не к еде будет сказано, но сегодня мы с вами узнаем страшную тайну. Я выношу мусорные пакеты на улицу, прежде чем поехать потом на машине их выбросить. И, соответственно, кладу их на улице рядом с гаражом. Кто-то эти мусорные пакеты просто берет и разворачивает, и раскидывает этот весь мусор везде, по всему участку. Сегодня вы станете свидетелями раскрытия этого преступления. У нас тут практически 3 месяца шли всякие садовые работы, ездила большая техника, были дыры под заборами. Короче, это было невозможно выпускать собак гулять одних, а сейчас территория уже безопасна, потому что им неоткуда выбраться, все перекрыто, закрыто. И поэтому сегодня я именно нарочно оставлю их гулять одних, положу мусорный пакет, поставлю скрытую камеру, и мы узнаем, кто же это творит. Поэтому пишите свои предположения в комментариях, как вы думаете, кто это. Потому что мне лично кажется, что это делает Мишка. Идите гулять! Так, я же хотела вам рассказать, что будет происходить 11 и 12 ноября. Что случится? На самом деле 11 числа на AliExpress начинается самая большая распродажа года. Главная распродажа. Блин, я только что, я испугалась очень. Короче, ребят, это будут самые большие скидки в истории AliExpress. И поэтому я хочу с вами этим поделиться, потому что я думаю, всем эта информация очень пригодится. В общем, крутые товары от разных известных брендов будут продаваться со скидками. И эти скидки, очень важный момент, будут действовать определенное количество времени. То есть 11 ноября с 10 часов утра и в течение 48 часов будет проходить вот эта вот распродажа. Запомните. И попозже я вам расскажу очень крутой лайфхак, как в этой акции именно правильно поучаствовать вам, чтобы вас, ну, не опередил кто-то другой. Потому что я на самом деле думаю, что раскупать будут все. Как обычно это бывает. Пока я убираюсь в доме, скрытая камера засняла, как Юмичу и Эйвен прошли мимо мусорного пакета, и он даже не привлек их внимания. Сейчас у ребят возникнет впечатление, что я убираюсь только перед гостями. Но нет, я просто так тоже убираюсь, да, честно. Не только, когда гости приезжают. Айлайф тут продолжает у нас убираться, и я увидела сейчас вот здесь вот пятно. Кто-то у нас в горшке поковырялся, не знаю кто. И я обычно выбираю режим уборки автоматическое, но у него есть разные режимы. Например, вот есть место, пятно, точечный режим. То есть он конкретно вот в этом месте будет убираться. Только там, куда ты как бы выберешь, чтобы он убирался. Еще есть другие режимы, например, там зигзаг, уборка углов, очистка или комплексная уборка, то есть все сразу. Но я обычно просто ставлю его на автоматический режим, он все сам убирает. И он может без подзарядки 2 часа вот так вот ездить по всему дому, очень круто. Комната питомцев, куда он приехал, где они сохнут. Тут такой срач. Вы сейчас, кстати, увидите, как он очень легко с ним справится. В это время на скрытой камере Софи с Мишей по очереди обратили все-таки внимание на мусорный пакет. И при этом обе ушли. Но скоро вы увидите, кто же оказался любителем нашего мусора и открыл помойный ресторан. Сейчас такая погода на улице, грязь, осень, и как бы каждый раз, так как собаки гуляют часто, мыть и в лапы после прогулок, ну, просто заколебешься. Поэтому я делаю это один раз в день, ну и один раз в день он сюда приезжает убираться. У него как бы смарт-управление, уборки по всему дому, то есть у него есть маршрут, по которому он ездит, а не просто он ездит где хочет. Поэтому вот сейчас он приехал сюда. Он очень мощный, сосет он очень хорошо. Смотрите, вот я листик нашла, вот я сейчас ему положу, и он даже его просто уничтожит. Вот, дадим ему сейчас здесь прибраться. Про AliExpress я еще недавно заказала песикам вот такие вот ошейнички светящиеся. И я их им надеваю по вечерам. Они выходят во двор. У нас у каждого свой цвет. Самые преданные подписчики знают. И я вижу, кто где там ходит. Вечером покажу, как это выглядит, как это работает. А еще по комнате питомцев, кто смотрел рум-тур, который я снимала здесь, я рассказывала, что не знаю, как разобраться с одеждой собак,
как им сделать гардеробную организовать, и вы давали советы, и я вашими советами воспользовалась. Сейчас покажу, что получилось. Тут стоит такой шкафчик, который я сама соорудила своими руками и еще и спроектировала. И вот здесь вот я сделала такую полочку. Ребята посоветовали вот на одной из полочек этого шкафа сделать такую перекладину. Я ее сделала. И я заказала как раз на Алиэкспрессе такие вот маленькие, миленькие детские вешалочки для собачьих одежек. Это так мило, господи. И развесила всю одежду по одной штуке на одну вешалку. Это очень удобно еще и потому, что когда мы гуляем, мы можем одеться прямо здесь. И когда заходим с прогулки, я могу раздеть всех и повесить сразу одежду. Хэллоуин! Смотрите, какой дождевичок с тыковками. И вот смотрите, как за несколько минут он тут убрался. Я считаю, просто шикарно, учитывая, что здесь было. И, наконец-то, к чему я это все вам рассказываю и показываю, я обещала сказать, к тому, что именно вот этот вот пылесос, мой iLife V55 Pro, как раз будет участвовать в акции на Алиэкспрессе 11 и 12 ноября и будет продаваться со скидкой аж 50%. То есть, если я его покупала за 16 050 рублей, то во время акции он будет стоить аж в 2 раза дешевле. Это 8 425 рублей. Я считаю, это просто огонь. И еще я сейчас покажу вам на Алиэкспрессе, я хочу купить подарок друзьям. Вот такой вот беспроводной ручной пылесос iLife H50. Это уже аж 4 в одном, то есть более тщательно можно убираться везде, не только пол, да? Они и просто в квартире смогут им убирать, и мебель, и пыль, и пылесосить на полках, ну или в машине. И вообще он очень мощный и удобный. И вот до акции цена у него 7990, а 11 ноября он будет стоить всего 4450 рублей. То есть получается, я его куплю на 3540 рублей дешевле. В общем, анонс акции и скидок на Алиэкспресс уже начался. Я в описании внизу оставлю ссылочку для вас, а позже расскажу лайфхак, как купить правильно. Все, погнали за песиками. Миша. Хрюша. Посмотрите на эту хрюшку, которая нюхает все, что только видит. Из-за этого она в этот песок, которыми засыпают шпинки, прямо мордой туда. Я камеру убрала, мусорный мешок тоже убрала. После посмотрим и выясним, кто этот вредина. Раскроем тайну века. По всему участку нам уже положили дорожки. Сейчас засыпают швы в этих дорожках. Но, к сожалению, ничего не успели практически мы за эти месяцы. А зато у нас теперь есть огроменный бассейн для собак с островом и вот такими вот площадками для отдыха. Просто посмотрите, какой он огромный. Но на самом деле... А, Софиша ко мне идет. Это наш пруд. Он площадью 100 квадратных метров. Тут есть вот такой вот посередине островок. И есть более-менее глубокая часть. И вот там вот самая глубокая его часть. Так, я сейчас вот по камням специальным. Тут есть такие камни, которые, по которым ты будешь идти. И они будут не в воде. Вот я сейчас по этим камням и по острову переберусь на ту сторону. Вот они, эти вот площадки, которые находятся над прудом. Та-дам! Не буду пачкать их, потому что они недавно только покрашены. Площадки для отдыха. Ну что, будешь купаться? Ты будешь купаться тут? Молодец! Вот умница! Пошли, пошли, покемош! Давай, молодец, ай, умница, давай скорей, давай, 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 иди сюда, иди ко мне, вот умница. Декорирование не закончено, то есть не успели его сделать. Вот здесь вот у нас сделан ручей такой, он достаточно длинный, а вот тут вот будет водопад. Но понятное дело, что еще все не закончено. Тут будут еще рыбки, немножко. Софиш, да, иди ко мне, спустись сюда. Сейчас пруд заливается водой на зиму, то есть, чтобы его как бы закрыть, законсервировать. И все, до следующей весны. Надеюсь, следующей весной мы успеем закончить. Софи, не надо туда, тебе туда не надо. Я испугалась, вдруг она прыгнет в воду. Дело в том, что у нас возникли серьезные проблемы с работниками. Я уже рассказывала вам об этом в наших инстаграмах. Делилась, что я очень переживаю из-за этого. Они не сделали часть важных работ или делали не очень качественно. Оборудование для пруда и очистки воды подобрали неправильно. И вообще работали очень долго. Не спешили и поэтому не успели. И в итоге сейчас перед зимой мы вынуждены просто залить пруд и доделывать уже весной. Хотя могли успеть сделать это этим летом. Но я надеюсь, в следующем году пушистики уже смогут в нем наконец-то поплавать.
кто такой язык? Смотрите, какие просто у всех грязные лапы. Здесь все просто в грязи. Сейчас мы помоемся, а потом посмотрим запись со скрытой камеры и узнаем страшную тайну века. Кто же из этих ребят помойной собакой оказался у нас? Кстати, вот пылесосик уже и сюда доехал, он уже здесь убирается. Так вот, лайфхак. Как вам поучаствовать в акции правильно и при этом не потерять свой шанс купить дешево? Уже сейчас, как я и говорила вам, я в описании оставила ссылку, по которой вы переходите и выбирайте товары, которые вы хотите купить. Например, тот же пылесос, как у меня, или iLife H50. Кладите их в корзину, но не обращайте внимания на цену. Главное, дождитесь 11 ноября, 10 часов утра. И только тогда, когда цена изменится, вот тогда и покупайте. Потому что, получается, вы не дадите никому вас опередить и купите с огромной скидкой. Ну и еще кое-что очень крутое я вам расскажу попозже. Сейчас домоем всем лапуськи наши. Да, я пока мыла лапы, еще и заодно кого-нибудь намочила. Да, покемошка? Да. Сейчас высушим лапы. Софишку сверху измочила, искупала, да? Ну ничего, вредным не будет. Мне будет очень интересно почитать в комментариях ваши предположения, кто же это у нас безумие творит. Миша у нас такая скромняга, мне кажется, она просто бы не догадалась этим заниматься. То есть подбирать, да, а вот самой там распаковывать это все, учитывая, как завязан пакет, не знаю. Ну, давайте смотреть. И вот... Оказалось, что в первый раз Софи просто проверяла, что это такое лежит, и решила выждать время. Вдруг кто заметит, что она тут творит. Но через несколько минут она снова вернулась к пакету и прекрасно начала в нем ковыряться, доставая остатки еды. Но обратите внимание на Мишу. Она тоже не паинька. Она оказалась соучастницей, подельницей, как я и думала. Она не ковыряется в пакете, она ждет, когда Софи растащит мусор и уже потом будет его собирать и разносить по округе. То есть, типа, у каждого своя работа. Пока Софи лакомилась мусором сама, а Мише ничего не доставалось, та уходила и, видимо, стояла на стреме. Вдруг кто идет? Ведь чтобы разрыть пакет, перевернуть его и порвать, маленьким собакам нужно время. Были даже моменты, когда Софи что-то роняла или доставала специально для Миши, я не знаю. И Мишка тоже прекрасно проводила свое время в помойном ресторане. То есть, если бы я чуть позже не вышла на улицу и не позвала их, я думаю, что с пакетом все было бы, как обычно происходит у нас в последнее время. Я выхожу, и он уже валяется полупустой. А по всей территории вокруг летают упаковки от продуктов, раскидано то, что, видимо, не понравилось на вкус, и разбросаны остатки разной недоетой еды. В общем, теперь мы знаем, кто творит этот беспредел, и нам придется искать способы отучать их от этого. Я думаю, что может быть достаточно просто не оставлять пакет в доступе, чтобы они не могли в нем ковыряться. И тогда, я надеюсь, они забудут об этой привычке. Ну что, позорница, а ты ее подельница, соучастница. Собаки приучиваются таким образом поднимать всякую съедобную дрянь, извините, с земли, а это очень опасно. И плюс ко всему, они еще и могут что-нибудь... вредное, отравленное, плохое съесть. По поводу съесть. Надо что-нибудь съесть. И все это время я думаю весь день, пока снимаю это видео, только об одном. О соленой рыбке, о скумбрии, которая лежит у меня в холодильнике. Не знаю, бывает у вас такое? У меня же слюни потекли. Заодно киси Алисе покушать дам. Алис, иди сюда. Давай, обед, пора. Залезет она, интересно, сейчас. Она уже запрыгивает. Пару дней назад она не могла даже запрыгнуть на этот подоконник, на котором она обычно кушает. Я каждый раз вам обещаю провести экскурсию по холодильнику нашему огромному, но там бардак, поэтому я не буду вам показывать. Ну, ставьте лайк, и тогда я приберусь, там обязательно покажу. Алиска кушает вместе со мной. Мою рыбку ей нельзя, у нее свой обед. При этом я не из тех, кто прям вот кости любит вытаскивать вот такое или обгрызать эти косточки. Но я люблю вот именно руками не порезать аккуратненько кусочки, да, или филешечку, и вот так вот вилочкой, а прям вот так вот ее есть, как дикий человек первобытный. Вдруг я беременна. Когда кушаю, со стола им не даю. Ну нет, все тут собрались и ждут, как что какой-нибудь кусочек им перепадет. Ну что такое? В общем, на самом деле мне нужно уже торопиться, потому что надо ехать в магазин. Алис, ты за главную остаешься, поняла? Ладно, все.
Поехали. О, а еще, ребят, на Али будет проходить такая дополнительная активность Алибокс. Все очень просто, там с 11 по 13 ноября нужно купить товаров больше всего лишь, чем на 1000 рублей. И вы автоматически становитесь участником этой акции и можете выиграть Алибокс. В боксах будут разыграны смартфоны, наушники, купоны. Короче, самое главное, это то, что Алибоксов ограниченное количество, поэтому не забудьте об этом. Ну, то есть, если вы купите тот же iLife H50, да, то вы уже становитесь участником этой акции и участвуете в розыгрыше. Мне кажется, уже даже пора подарки к Новому году готовить, потому что, например, у нас сейчас во всех магазинах уже что-то новогоднее продают. Не знаю, не рановато ли? Как по-вашему? У нас тут всего парочка больших продуктовых магазинов, не продуктовых вообще нет, либо там очень маленький выбор, поэтому я, в принципе, все на Алиэкспресс и покупаю. Сейчас мне нужно купить каких-нибудь вкусняшек и еще кое-что. Тот, кто носит очки, поймет. Не знаю, полезно это или нет, но я обожаю вот эти вот рулеты. Это с маком, а есть еще такие лимонные, просто ням-ням. А еще круассаны с какао. Раньше я любила мажители, теперь я просто обожаю не молоко, особенно овсяное и гречневое. В общем, из пирожных и тортов я решила для гостей купить вот такой вот шоколадный торт Прага. Мне кажется, он вкусный. Ну, по крайней мере, так выглядит. Еще я люблю кашку засыпайку. Молочный ломтик. Орео с клубникой, серьезно. Кто-нибудь пробовал Сникерс Криспер? Как вам? Мармелада, я уже обожалась. Напишите в комментариях, какие у вас любимые вкусняшки. Люди делятся на тех, кто любит M&M's и кто любит Skittles. Готовить для гостей я буду азиатскую еду, лапшу с кальмарами. Лапша у меня дома есть, кальмары тоже. А вот остальных ингредиентов нет. Мне понадобится кинза, острый перец чили, сок лимона, соевый соус, чеснок, красный лучок, перчики вот такие и морковка. Сейчас по пути еще заглянем на почту и в 1000 мелочей. Письма от подписчиков получаю, читаю. Посылки тоже, смотрите, какая огромная. И вот как раз 3 пакета с Алиэкспресс. Такая подстилочка для посуды, ложки, вилки, стаканчики сушить. Камера и вот такое вот автомобильное мусорное ведерко. Я хотела себе в машину. А, огонь. У нас тут есть детский магазин, и я очень хочу купить собакам для съемок на их канал какую-нибудь тачку, чтобы кто-нибудь научился ее водить. Но они все такие дорогие. Та, что нравится мне, стоит аж 25 тысяч рублей. Дорого, однако. У вас в городе такие же цены? Для съемок на канал Magic Pets прикупила вот такую колясочку. А еще, видите, вот этот вот скейтборд. Я в интернете видела много роликов, где собаки ездят на скейтбордах, и я хочу научить своих тоже это делать. Ну вот, пока мы готовились к приезду гостей, iLife у нас прибрался в доме. Пока мы занимались своими делами, мне не пришлось на это тратить время. Вот сейчас, кстати, он поехал на зарядку. А я сейчас выпущу песиков на улицу, пошлите. Видите, у нас уже стемнело на улице, кстати, сейчас темнеет очень быстро. И вот они бегают и светят своими ошейниками, и я всех вижу, кто где, даже из дома, из окон. Да, хорошо. Ну, в общем, блин, позвонили гости, они уже подъезжают, а у меня еще ничего не готово, как всегда. Так что я буду готовить ужин, а вы, ребята, идите по моей ссылке в описании скорее. И 11-12 ноября покупайте на Алиэкспресс все с гигантскими скидками. И увидимся скоро в новом видео. Пока!